Люди хуярят. Но не тупее, когда нас с одной тысячи двоих вынесли. Ну и бумажник, он, смотри, у тебя есть. Ой, я сел, он еще больше в цене стал. Он еще больше, смотри, в цене стал. Ну он ж, по-моему, блядь, стоил что-то 8. Пиздец, сотка, блядь, Карл, сотка! И как ключницу теперь получать, блядь? Ну, благо дело, я хотя бы знаю, где спаунится, где можно тогда фармить на них по баблу. Сейчас ключи нужны. Так, напомни, когда у тебя этот поезд, именно какого числа? Понял. 5 ноября 5:30. Получается, больше суток хуярит. С чурками. Чё, как ППшка? Ну, СКС-ка, видишь, блядь? Пистолеты? Ну просто видишь, это дешевый вариант, более-менее эффективный. Хотя я видел стрим, как этот чувак по фану, блядь, на МП5, блядь, снайперский прицел, блядь, который 2000 метров ставил. Ему там надо было пиздец, как высоко прицел взять, чтобы, блядь, более-менее попасть в цель. У тебя топор ОВРЛ уже есть? Ну там дальность. А как я заценю, если у меня графон говно? Ну дальность там больше должна быть. Что здесь световой меч не видно? Да мне кажется, вряд ли будет то покупать, потому что по большому счету тут нахуй не надо оружие ближнего боя. Мне, правда, по видухе этот топор не нравится, потому что он поломанный какой-то уебищный.
Ну видишь, блядь, обруба какой-то. Ты чисто от буржуек взял? Чисто от буржуек ключ носишь? С фалоимитатора решил убивать. Ну а сколько стоит? 1070, наверное, да? Бабка качок. Не убивал еще? Ну и лох, блядь. Блядь, был бы у меня здесь комп, я бы уже, блядь, 800-го левела был. ПВН нахую бы носил. Карл, тут у меня все заглохло. Это называется, я сел стримчик посмотреть. Вкусная шоколадка. Может быть. А, Макгрегор Урганта был, блядь.
Макгрегора Урганта, блин. Очень важный момент. В прошлом году мы наблюдали за смешанными единоборствами с нетипичным для нашей страны интересом. Мы же обычно не любим, когда друг друга бьют. Но тем не менее, это внимание к ММА во многом связано с новостью нашего сегодня. Костя, он вообще привлек к этому виду спорта огромное внимание своим плаванием. На его счету титул чемпиона UFC в легком, полулегком весе. Он один из самых узнаваемых внимания провокативных бойцов современности. У нас первый в гостях Конор Макгрегор. Блин, Макгрегор мелкий вообще. А я ему уже дал пизды. Блять, если от чурки пизды получил, то я от тебя подарок получу. А он в очках ходит, блядь. Как ты ему выклинил? Блин, у него голос такой детский. Пошел нахуй, Макгрегор. Тут есть дела поважнее. А человек открывает ключ, кстати, который у этого ублюдка. Штурмана. Интересно, что ништяки рандомные или какие-то конкретные? Нормально играет, кстати. Плохо. Но я уверен, его мясо одетым не убивал человек с пистолетом. И его с напарником в воздухе не сбивали с дроба. Сука, Карл, блядь, это не наша игра, блядь. Винтовка ходит туда. Г-98. Я посмотрел на ДВЛ-ка вроде как дальше все бьет. Интересно, а дальность урон меняется? Думаешь, 2% подождать не вариант?
Можно посмотреть новые смешные приколы про животных. Там котики есть. По-моему, это какой-то намек. Такой легкий такой. Я бы вообще на все. Да. Карл? Да, с работы. Ну, в смысле, там по работе звонили, надо будет сейчас еще раз. Что конкретно показывал? Шмотки. Шмотки, чё, где? Так, вот перс. А, шмот новый. Прикольно, да. Да с этим, с футболки поприкольнее выглядит. По крайней мере, не заебало. Футболки прикольно выглядят.
Ты тут, Нига. Друзья, я позвоню пока.
Нифига. Взрывще. Число утром. А, так вот в чем было дело. Просто надо было графон на максимум выставить, чтобы было более-менее видно, что это предлагает. Хуйня. У меня, конечно, руки чешутся в метро утром, блядь, начать... Пока в настройках ковырялся, что пока ты по кустам шарился, да, тебя ёбнули? Да, всё, видел, видел. Повернулся на него, он тебя ёбнул. В башку. Я, кстати, тут магазин есть, комиссион, ну, типа ломбарда. А, там, блядь, за 3 копейки можно чайник. Ну, блядь. Возможно, даже не слишком задроченный там. Да. Я смотрю, ты прибрался в инвентаре. Бабунджанка качнул. Че, хватает тебе этого ящика большого?
Рода, говорил. Интересно, он вообще меняется или он всегда в одном и том же месте? Ох, вот если бы рандомно был, тогда был бы уже азарт поискать, бегать там. Я ожидал, что мы будут ебула. Прости, братик, прости. Кстати, а еблана. Когда у этого долбоеба свалим? Посрать себя, блядь. А что ты ищешь? Я смотрю, так нормально прокатил. Там. Может, для квеста? Еще пидор был, да? А, так я думал, ты был. Сука, по нам плит мы нахуешь. Ты бы с него снял патроны. Прикольно.
Да хуй с ним ПВМ. Я ж только тепловизоры завезли. Кстати, по идее должны были вести ЛЦУ, которые именно только в тепловизоре видно. Он еще и перезарядиться успел. Но на ППшку пиздец подпал, не летает. Пожалуй, главный. А так дешево и всякие причины. Мог он тебя надо убить. Пока ты, да. Пока бы ты там на ящик пошел. Большой удар. Получается, как ты заходил прямо, то есть между этими кузнями большими. У бетона кузнец. Большой бетонный перебор. Блять, бертачими! Заправку прикрыли. Починку потом стал на эту ППшку можно прицел присобачить. Я про другую говорю. Вот.
Ну, просто... ну я считаю, 100 это вообще мало. Это ни о чем. Я считаю, одно ранение вылечить. Это легкое. Количество попаданий сильно. Бать, ты там Тарантино устроил ему. Квесту надо? По квесту надо? Водички попить не забудь. Чурбаны работают? Ох.
Вобле. Про фонаря сериала HBO будет? Чего, да, тут. А что, кстати, дает? Заебал, нахуяриваешь, просто спишь, блядь, кусами. Тебя не видит. Вот у себя.
I've heard tales of your kind, Witcher. Я не пойму жопу этого. Слупса будут во всех трейлерах что-то демонстрировать. Интересно, а с помощью стимуляторов можно увеличить показатель выше, чем максимальный уровень? Насчет стимуляторов. Ну, вот, например, у тебя выносливость больше.
это с его мамой делал. Я толкнул все и в продуктовый. Это ты сказал? Да, здесь. Кого-то услышал, что ли? А, ну, нихуя. Ебать ты, красавчик. У него, кстати, мощник обрез, так что это, дальняк сейчас не ему в пальму. Это было близко, блин.
ебал, что ли, быстро? Калашки нет патронов? Я бы на твоем месте без пуза не задерживался. Просто спереди, со стороны ящиков уже. Не успел разглядеть. Все очень быстро произошло. Ну просто я его видел, когда ты уже падал.
Ну, должен сказать, ты красиво на развороте с дроба дал. Я вообще удивился, что его убил, потому что он был в броне и в шлеме.